Привет, дорогие друзья! Меня зовут Николай Бусыгин, и я руководитель компании ППК «Лазер». Сегодня я хочу рассказать то, чем мы занимаемся, какой у нас опыт, какая экспертность, с вами заодно познакомиться. Занимаемся мы лазерными станками с 2013 года. Более плотное это направление стали развивать в 2017 году. За все эти годы мы успели реализовать более 500 единиц лазерных станков. Начинали мы с небольших станочков, вот по типу этих, CO2 станков, оптоволоконных маркеров. Сейчас наш ассортимент расширился и представляет собой станки для резки металла, деревообрабатывающее оборудование, листогибы, прессы, ну и многое-многое другое. Мы являемся официальными дилерами компаний Бадор, Сенфэнг, Оха. Также мы развиваем свой бренд Джерей, это наш бренд, на контрактном производстве в Китае. И что немаловажно, развиваем его и здесь, в России. Сейчас мы запустили линейку больших станков, CO2 станков нашей сборки под торговой маркой J-Ray. Еще один немаловажный фактор – это техника безопасности. Ей мы уделяем очень много внимания. Как сами понимаете, лазерные станки имеют 4-й класс опасности, что требует соблюдения техники безопасности, вспомогательных средств, ну и прочего другого. Обращайтесь к нам, поможем, настроим, составим журналы и графики. Хочу обратить внимание, что мы работаем в белую, все наши поставки идут официально, все станки возятся в контейнерах, все очень безопасно, застраховано, вы можете быть уверены в качестве. Немаловажно в нашей деятельности – это сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание невозможно без качественного оборудования и без человеческого опыта. Например, вот есть оборудование для измерения мощности, оборудование для диагностики контроллеров и много-много другого вспомогательного оборудования. Это помогает нам быстро решать ваши проблемы, быстро устранять неисправности и, в общем-то, оставлять вас довольными. Также у нас есть свой инженерный центр и по маленьким станкам, и по большим станкам, где наши инженеры помогут вам настроить станочки и сделать вашу работу с станками удобной. Как правило, большие станки мы делаем пусконаладку в течение 3-5 дней, а маленькие станочки буквально сразу. Также наша техподдержка работает и по телефону, можете задать вопросы и решить их, соответственно, все. Наша миссия основная – это помочь развитию производства в России. И надеюсь, что это нам удается и будет удаваться. Добро пожаловать, дорогие друзья! Будем рады вас видеть нашими клиентами. Приходите!